Центр управления регионом Орловской области заявил о том, что помог жителям решить десятки проблемных вопросов. Мониторинг обращений орловчан центр публикует регулярно. Так, на минувшей неделе ЦУР принял более 300 обращений к инстанциям различных уровней. 95% из них уже решено. Чаще всего люди направляли свои вопросы в различные ведомства через группу центра во ВКонтакте. Популярность этой платформы за неделю выросла. Самыми волнующими темами для сотен орловчан по-прежнему остаются состояние дорог и работа общественного транспорта. Так, жители Ливен пожаловались на отсутствие автобусов в районе ЖД вокзала после 11 вечера. ЦУР оперативно передал обращение в местную администрацию, которая пустила дополнительные вечерние рейсы. А вот количество обращений о ненадлежащем состоянии дорожного полотна в Орле благодаря старту ямочного ремонта сократилось вдвое. Однако по-прежнему в центре стекаются жалобы на дороги на улицах Бурова, Новосильской, Веселой Слободы, а также в районе Болховского шоссе.